ходе выездного совещания вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева по вопросам развития крупных объектов транспортной инфраструктуры выяснилось, что новый зоопарк в Юнтлово потребует дополнительных трат в размере 2 миллиардов рублей. По словам Мевлуди Блиадзе, генерального директора компании «Пилон», которая является подрядчиком строительства, такая сумма потребуется, чтобы пристроить к скоростному диаметру дополнительную транспортную развязку. Вице-губернатор Сергей Козырев согласился, что место в Юнтлово для строительства выбрано неудачно с точки зрения транспортной доступности. В конце февраля зоопарк в Юнтлово уже подверг критике председатель комитета по культуре Дмитрий Месхиев. Он предложил переместить зоосад в удельный парк. Правда, спустя несколько дней губернатор города Георгий Полтавченко уточнил, что высказанное главой комитета по культуре личное мнение Дмитрия Месхиева, которое не стоит отождествлять с позицией правительства Петербурга.